Интерактивный музей занимательной науки. Рубрику представляет парк научных развлечений. Рядом с ТРК «Семья», улица 25 октября, 64. «17 декабря – день активный и гармоничный. Центр напряжения – догматизм, центр гармонии – самодисциплина. Овны – хороший день для бизнеса, особенно в сферах шоу, рекламы, медиа и высоких технологий. Укрепляйте ваши родовые корни и связь с ангелом-хранителем. День тельцов может быть наполнен модой, искусством, активным поиском духовных ценностей. Привнесите в него новые яркие впечатления и развивайте ваши способности». Близнецы, ваш профессиональный потенциал приумножится, раскрыв в себе новые уровни и грани. Можете рассчитывать на социальное признание и поддержку покровителей. Раки, наращивание активности в использовании отработанных и налаженных технологий. Действовать предстоит в условиях жестких ограничений и в минимальные сроки. Львы, время применять накопленные знания на практике. Трудности с начальством. В работе будут существенно помогать яркая индивидуальность и здоровые амбиции. Девы, что сидите сложа руки, и не мудрено. Звездные каникулы. Торопитесь не спеша. Действуйте аккуратно и мягко, пусть жизнь сама расставляет все по своим местам. Весы, личная жизнь, деньги, ресурсы, деловые партнеры – все к вашим услугам. В вашей жизни может появиться истинный учитель, огорчает лишь недостаток свободного времени. Скорпионы, если для кого-то деньги не пахнут, то только не для вас. Вы способны преодолеть обман, иллюзии и заблуждения, искоренить комплексы и стать лучше. Стрельцы – день радужных перспектив и непреодолимых препятствий. Одни воплощайте, другие учитесь обтекать мягко и незаметно. Предприимчивость при этом весьма уместна. Козероги, при любых коллизиях сохраняйте достоинство и чувство меры. Развивайте вкус, накройте стол, позовите друзей, соберите вокруг себя родных и близких. У водолеев веселым может быть денек, а особенно его вторая половина. Тут главное вовремя друзей проводить, чтобы их родственники следом за ними к вам в гости не пожаловали. Рыбы, успех и дополнительная прибыль в производственной сфере, особенно при умелом управлении ресурсами, принятием грамотных решений и организованности.